Далее смотрите оперативную сводку от службы 112 по Амурскому району за прошедшую неделю. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 7 по 13 сентября 2015 года. В 10 часов 18 минут 11 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу от диспетчера службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в детское отделение Амурской центральной районной больницы поступило 20 детей с отравлением угарным газом, из них 14 с легким и 4 с отравлением средней тяжести. Двум детям не требовалось. Один взрослый госпитализирован в терапевтическое отделение с легкой степенью отравления. Причина отравления – попадание продуктов сгорания от заклинивших тормозных колодок в салон автобуса. Дети ехали со станции Мылки в город Амурск на автобусе ЛИАС Амурского ПТПА по маршруту номер 103. Амурск – станция Мылки. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров. 8 часов 10 минут 12 сентября. В начальной общеобразовательной школе номер 7 в столовой была обнаружена подозрительная сумка. Силами ОМВД владелец сумки найден. Ничего опасного не обнаружено. Пожары в поселениях. В 3 часа 45 минут 10 сентября на станции Мылки по улице Березовая, 2, полностью сгорели дом и хозяйственная постройка из бруса. Площадь пожара 108 квадратных метров. Погиб ребенок 2013 года рождения. В 11 часов 30 минут 10 сентября в городе Амурске на лодочной станции Плес горел катер «Амур-М» на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет. В поселениях района произошло пожаров и загораний 9, из них в городе Амурске 9. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.